Уже на этой неделе встречаем Путина вместе с немцами. Путин убийца! Путин убийца! Путин убийца! Путин убийца! Путин убийца! Вот. Открыл бы окошечко, да послушал, что люди говорят. Люди, которым не затыкают рты, которых не избивают дубинками. ДНР флаг висит на всякий случай. Надеюсь, Путин хотя бы маленький кусочек услышал этих приветственных обращений к нему. Убийца, террорист, преступник. В Архангельске рабочие сливают бетонный раствор в канализацию. Сука, я не могу. Страна про... Вот страна, это ливневка, в которую Путин сливает со своими дружками бетонный раствор. Браво! В глотки себе его запихайте! Ну и жителям Архангельска привет! Потому что некоторые жители Архангельска и не в курсе, что к ним привезут 56 вагонов отходов из Москвы. Зато катастрофу удалось предотвратить в Питере, в Выборгском лесу. Там нашли снаряд и сообщили об этом, конечно, спасательным службам. И когда вернулись на следующий день, снаряд как следует защитили от воздействий проклятых войск НАТО, Трампа. Ну и шикарнейший комментарий, который набрал больше всего лайков. А подорожник ветром сдуло. Да, вот это бережное отношение к эху войны, как в «Братья 2», помните?